Привет! Вы на канале Умные животные, и это видео про микрозелень. Вот что получилось с нашей микрозелени. Уже прошла где-то неделька. Вот так она у меня выглядит крупным планом. Выращена полностью без земли, на обычной салфетке. Каждый день я ее брызгала водичкой, держала под пленкой. Поэтому в этом видео я хочу сделать для своей зелени небольшой парничок высокий, с вот этих палочек с подмороженным, чтобы они были в таком мини-парнике, чтобы было потеплее им. Готово. Моя мини теплица. Не знаю, как это поможет ему. Надеюсь, будет им под пленкой более тепленько, теплее. Ждем продолжения.